Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Так, задание. Нанесите 20 единиц урона. Так, колпаком, короче. Розой и цитроном. Ну нифига у нас задание сегодня. Значит, грибом. Ночным колпаком. Давай, попробуем. Начнем с него, пожалуй. Потом розой и еще кем там? Розой, а, и цитроном. Розой и цитроной тяжело, потому что, ребят, ну, мало я за них играл. И что у нас из этого получится, неизвестно. Так, мы деремся с тобой против заморозга. Я даже не знаю, стоит ли мне... Наверное, я пока потерплю. Не знаю, зачем я буду терпеть. Ага. Вот мне бы ландшафт сейчас бы. Ох, как пригодился бы. Пропустим. Пока пропустим. Может быть, зря я пропускаю, потому что я бы так ему уже нанес бы приличное количество урона. Давай сделаем так. И вот так. А там посмотрим, кто у него. Возможно, с прочерком. А, вот кто. Вот у него кто. Я купил розу. Я на хилах. Поздравляю тебя. Ну что же. Самое время, ребята, клананаса вызывать. Как твои дела? Мои дела потихонечку. Единственное, конечно, ребята, будет не очень приятно. Можем, в принципе, мы сейчас бомбануть сундук? Нет, уже не получится. Уже не получится. Могу только вот так вот сделать. А там уже смотреть, что у нас получится из этого всего. Ну, на земле он минус один, минус один. Это неприятно, конечно, но... Заморозку сделать, нет? Рикошет случайного. О, как. Так, хорошо, отрикошетил, да, значит? О, смотри, что он делает. Ты смотри, что он делает. Так, ну что, поехали. Секундочку. Так. Ну, давай так сделаем. Я не думаю, что это принципиально, но пускай будет. Посмотрим, что он сейчас будет чудить. Бам-бам. Так, ну я думаю, что он не будет заморозку сейчас делать. Просто ни к чему. Окей, окей. Бамс, окей. Ну что? Как удачно, ребят. Как удачно. Я думаю, что здесь вариантов у него нету. Ну, даже если он сейчас кого-то сюда поставит. А, вот ты как делаешь. Вот ты как делаешь, да? Иди отсюда. И... добивка. Быстро, быстро, друзья мои. Мы нанесли ему 20 единиц положенного урона. Так, ну что же. Это хорошо. Грибок справился со своей задачей. Теперь будем смотреть, как у нас с этим будет справляться Роза. А ей сложнее, точнее не ей сложнее. Сложнее мне играть за Розу, потому что... Да потому что все прекрасно знают, что я играю за нее как нуб. Последний, тут по-другому не скажешь. Ого. Что это у меня такое странное?
Что-то такое странное здесь у меня стоит. Что-то понахапал и того, и того, и того. Даже и не знаю. Не, ну можно рискнуть-то. Че, мы ничего не теряем все равно. Колода не на хилах, непонятно на чем. Ладно, поехали. Попробуем. Чем черт не шутит, как говорится. Так, кофейку надо дряпнуть. Горяченький, вкусненький. Вот против бесенка, конечно, это не очень хорошо. Против бесенка это не очень хорошо. Блин, и карты мне дали не очень хорошие. О, как он начал резво. Ничего пока делать не будем. Так, я так понимаю, он будет на бесятах играть, да? Судя по всему. Судя по всему, он будет играть на бесятах. Ну давай я сделаю вот так вот. Будет он тратить кровожадность или нет? О! О как! Окей. Ну-ка. Что там? Да, перемещай куда хочешь. Замечательно. Сейчас заодно и хильнемся. Кто у него там, интересно? О, хлыщ. Хлыщеныш. Ага, тратит кровожадность. Ну и шикарно, ребят. Это круто. Пускай тратит. Пускай тратит. Блин, вот эти вот два у нас. Честно говоря, дофигища. Пам-парам, посмотрим. При получении урона, да? Ладно, посмотрим, ребят. Нам нужно что сделать? Нам нужно хиляться. Чем пока не знаю. Так, ну я думаю, что это не проканает. Не проканает. Так, сделаем вот так вот. А? И здесь. Здесь мы сделаем вот так. А дальше посмотрим. Защита сработает же? Пока нет. На воду сейчас кого-то поставит, наверное, скорее всего. И все? Давай смотреть. Ага. Блин. Сейчас у него два бесенка, скорее всего, будет, ребят. Посмотрим. А, плюс три. А вот это плохо. Если не сработает броня, она не сработает. Она не сработала. Вот нафиг мне вот эта вот помойка. Скажи мне, пожалуйста, на милость. Они вообще здесь нафиг мне и даром не нужны. Я играю... Как тебе сказать? Вот, вот это вот я возьму. Я играю на... За зубостизилу. Вполне справляюсь без этих охламонов. Вполне, ребят. И ландшафты, где там у нас ландшафты? Слишком тоже дофига. Оно ни к чему. Оно там ни к чему. Стоит ли мне вот этих брать? Не знаю. Вот это вот можно, в принципе, взять. И вот это вот можно взять.
У нас два сброса надгробий. Два сброса надгробий. Ну, как бы такое себе на самом деле. Он просто сбрасывает. Лучше брать могилоеда. Но его нету. Да что ты будешь делать? Опять он мне этих хлыщей подставляет. Ну, ёк-макарёк, блин. Я только избавился от двух штук, он мне опять всучивает их. Ладно, 37-й ранг. У нас двое играют. Блин, поехали, конечно. Смотрим. На заклинашках, наверное, скорее всего, будет пацан трудиться. Никнейм, конечно, офигеть. Фиг прочитаешь. Я говорю, у меня за розу не получается, за цитрона. За этих бойцов вообще не умею играть. Но это как-то попробовать постараться. Сейчас у меня бабах, орех и... Бабах, орех и зубостезила, фаворит. Сегодня за орех играл, довольно неплохо, кстати, получалось. О, ну что, надо ждать урона? Надо ждать урона. Так, готовится, да? Курабощик, значит, у него есть. Но у меня нет пока, ребята, смысла здесь никого выставлять. Сам понимаешь. А ему придется. Вот он шаманит. Потихонечку тут. Пускай шаманит. Да. О, пошел. Так, урон получаем. Нет, этот парень тебе не понадобится. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Ну, наверное, мы сделаем. А что мы можем сделать? Давай так поставим. Допустим. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Хорош пока. Угу. Так, пошел тратиться. Так, уничтожил, да? Опускаем пока. Блин, вот это, конечно, то, что тут надавали. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень. Летучие мыши. Так, летучая мышь сейчас получит по зубам. Надеюсь. Ага. Пока, наверное, ничего делать не буду. Буду ждать. О, надгробие. Пускай он там, я не знаю, ребята, ну, скорее всего, курабочиков тянет. Так, ну этому сразу, наверное. Ну как сразу? Не сразу же, сразу не получится. Так, ботаник. Так, этого превращаем, я не знаю, в какого-нибудь чучело. Блин, почему в сундук, а? Почему сразу в сундук?
Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Давай дальше смотреть. Ждать. Ну, сейчас опять летучих мышей, наверное, выстрелит, нет? Роза. Я, наверное, подожду пока мишень. Плохо. Ну, он в основном на заклинаниях, я так понимаю, да? Скорее всего. Ну да. А, я тебе говорил? Я же говорил тебе про курабойщика, ребят. Ну, тут мне ничего не остается. Карты, ты посмотри, какие карты у меня выпали. Если бы я ходил бы после него, я бы отхилялся бы. А так невозможно здесь этого сделать. И причем ландшафты только убрал, сразу же началось вот это вот сумасбродство. Так, это у нас супермозг. Потому что там хиляться не было смысла, просто впустую. Вот этого не было, этого не было. Поэтому их, даже если бы я и поставил бы, толку бы от этого было бы мало. Да и заморозка бы тоже бы там вряд ли бы помогла. Ладно, давай смотреть. Ну и что, ты туда же, что ли, с добором со своим лезешь? Единственное, что у меня, конечно, рука трэш. Я трогать пока ее не буду, пускай она атакует. Заморозить ее можно будет в любой момент потом, если понадобится, конечно. А вот здесь надо будет... Вот этого чудилу надо будет уничтожать. Хотя у него может быть перемещение. Сейчас посмотрим. Будет у него перемещение или нет. Ну, с бонусной атакой, естественно. Ага, без бонусной. Такой просто обычный. Ну, зато теперь я знаю, кого будем уничтожать в первую очередь. Так, замораживаем. Точнее, как делаем? Ну да, наверное, так и делаем. Так, и вот так. Ага. Попандопола. А вот дальше-то что делать? Живем. Друзья мои, живем. Есть что поставить нам. Давай, наверное, сделаем так, так. И вот так. Опять с кровожадностью, да? Окей. Так, в следующий раз я надеюсь, ребята, что у меня сработает защитушка. Даже так. Что сделать-то лучше? Наверное, сделаю вот так вот. И вот так. А там посмотрим сейчас, что сработает. О! Если он даже, ребят, поставит, у нас есть на худой конец, что нам... Ой-ой-ой-ой, сейчас не дай бог. Не, не то. Я думал, будет хуже вариант. Я думал, будет хуже вариант. В козла. Пока придержим. Придержим.
Ну, тут не знаю, что он поставит. Угу. Давай, наверное, сделаю вот так вот пока. Замечательно. Поставим так. И все пока. Пока хватит этого. О, ты видишь, что он сделал? Ну, мы ему сколько сейчас бонус на атаку? Вот это плохо. Вот это, ребята, плохо, конечно, было. Давай сделаю вот так вот. Давай здесь так вот. А, замечательно. Давай тут вот. Сейчас посмотрим. Этот есть, это хорошо, конечно. Но опять же, если он поставит вдруг защиту, нет, что-то хочет другое сделать. Пока не знаю, что. Но что-то очень нехорошее хочет сделать. Что-то очень нехорошее. Давай, наверное, сделаю вот так вот. Но у него может быть кровожадность еще же, да? Бочку он может поставить. Может. О, как. Посмотрим сейчас. Одну единичку урона, конечно, получим. Такой звук. Пак. Кого он сейчас поставит? Не забывай, что у него есть перемещение с бонусной атакой. Вот это будет плохо. В кого там мы его превращаем? О, в козла. О как. О как, ребятушки. И с прочерком, что он сделает? Ничего, я так и понял. Кровожадность. А я тебе говорил? До последнего гаденыш держал свою кровожадность.
Ну, она выпала ему сейчас, правда. Но было шикарно. Особенно, что вот этот чудик, конечно, выпал нам. С прочерком, это вообще великолепно. Ладно, Роза отыграла. Так, а вот теперь Цитрон. Да, за Цитрона. Дай хоть гляну, что у него там за колода. Колода такая вроде как бы неплохая. Только знаешь что, я бы, наверное, вместо бомбочки взял бы, наверное, все-таки гриппока... Как там? Гриппокалипсис. Ты понял, короче. Грипп апокалипсиса взял бы. Почему? Потому что бомбой мы уничтожаем только лишь одного противника, да? Который идет 4 выше. А бомб апокалипсис, этот грипп апокалипсис, он уничтожает всех. Он уничтожает всех. А этот у нас растет только лишь от команды. Поэтому его надо как-то прикрывать, скажем так, что ли. Так, выпал мне могилоед. Нептус притирается. Вот скажи на милость, где у меня кактус, а? Кактуса не вижу. Интересно, у него есть ландшафт? Ландшафта нету. Что-то никого не выставляет он. Давай так сделаю. Очень интересно. Что же у тебя там, Нептус, спрятано в рукаве, а? Он поставил, кто там, не знаю. Стоит ли тратить, тоже пока не знаю. Или нам проще вот этого поставить? Давай так сделаем. Вот как. Вот как у тебя. Ну, кого ты будешь замораживать? Ну, естественно, этого будешь замораживать. Что тут думать? Урон, конечно, не нанесет. Но карту вытянем. А этот еще и прокачается у нас. Причем хорошо прокачается. Нет, он заморозил. Хорошо, ягода. Вся надежда на тебя. Хотя он мог ягоду вот эту вполне бомбануть. А вот, как делаешь. Я не могу понять, почему этот у нас не... А, не перевернулся, все, 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 понял. Ну что там, заснули все, что ли? Давай. Ха, понятно. Теперь мне все понятно, кто там был. Значит, чувак работает на заморозках. Понимаешь, в чем прикол? О, даже как. Но он заморозит этого. Странно. Я думал, что он пожалеет своего зомби. В
плане он сдался? А чё он сдался-то? Ну нормально все вроде бы шло, чё сдался? Пш. Ну получил бы 2 единички урона бы, да? Странно, я не нанес, ребят, ему урона. Мне нужно 20 единиц нанести. Я, как видишь, ничего не нанес. Поэтому переигрываем. Я не знаю, что он сдался. Может быть, конечно, у него там с рукой все было очень плохо. Ну, я имею в виду в плане, что карты на руке фиговые. Но это все равно не повод сдаваться, как по мне. Бывают еще ситуации похуже. Ничего. Так, это не он же? Случайно? Да нет, по-моему, не он. По-моему, не он. Ну, шары он с собой носит в кармане, я уже это понял. Шары он носит. Давай так вот поставим. Ага. Сумоист. Да ну, не может быть, чтобы спортивная колода. Хотя, с другой стороны, почему не может? Все даже очень может. Не знаю, ребят, кто там, что там. Давай я вот так поставлю. Ах ты, жук! Ну, жучера. Ну, ныкайся, ныкайся. Так, что мы сделать можем? Мы можем сделать следующее, да? Сделать так. Сделать так. Посмотрим. Кого он выкинет? Ах ты, жук. Жалко, что кактус уничтожит у нас нашего маленького хламончика. Хила нету. Можно даже не смотреть на это. А, нет, вру. Хил появился, ребят. Тимон и Пумба! Погнали. Прокачал, да, значит, всех? Значит, прокачал. Ну, появится, да. Где могила ед у тебя, а? Скажи-ка мне на милость. Такс. Давай я так сделаю. Тимон! Да, он еще и шаман судил. Ладно. Шар у него, оказывается, есть. Так, ребят, как они только... Ну, у него там дофига будет, да? Вот нам гриб-то здесь как раз и поможет. Надеюсь, что он нам поможет. Команда. Это, по-моему, тоже команда, да? Команда. Оп, припрятал. Такс, ну что? Делаем следующее, подожди. Так. И так. Так и так. Там будем уже смотреть.
Две единицы энергии, конечно, есть. Это все бабахнем, взорвем, можем взорвать. При желании. Нам тут, как говорится, терять нечего. О, хорошо. Бомбим. Я думаю, ему это понравилось. Круто же было. Это коммунальное, коммунальное. Так, давай сюда поставим. Ауч! Ну почему же сработало-то, а? Угу. Сундучок. Так, ну что, этого взрываем тогда, получается? Сейчас посмотрим, кто там выпадет у него. Ага. Все, да? Так, взрываем. Дальше. Ну и в принципе прекрасно. В принципе, ребят, прекрасно все получается. Поехали. Рикошет случай. Давай вот этого выкиньте, пожалуйста, вот этого, вот этого, вот этого. Не то. Ну, давай вот этого превратим. Кто там? Блин, совсем не в кайф. Совсем не в кайф. Слушай, а это же не поможет нам, да? Он же все равно будет получать три улучшения. Да, он будет получать три улучшения. Давай так сделаем. Ну, нам все равно, конечно, крышка, ребята. Потому что 3, 3, 3, 6. Даже 9. Оу, какой 9? Там намного больше. Да. С этим пугалом не успели разобраться в свое время. Вот и получили эффект. Что он сейчас может сделать? Сейчас посмотрим. Сделаем так, сделаем так. Погнали. Блин, ну нельзя мне кактус составить, понимаешь? Да, друзья. Кактусы мне ставить нельзя. Он сам, мы сами себя убьем, понимаешь, Чемила? Даже если вдруг. Но защиты все равно нету. Нам не поможет здесь ничего. У него карты-то фуфлянские были. Просто лажа полная. Ну и что? И ничего, да куда? Просто повезло. Просто, ребят, повезло, что вот здесь вот превратилось вот это вот. Так бы мы его пробили. Ну, конечно, не сейчас бы мы его пробили, а вообще бы был шанс уничтожить его.
Ну, еще раз повторяю. Проблема даже не в том, что это мы с собой не уничтожили, который улучшает. Он его упрятал там в надгробие, во всякую ерунду. Вот. Только лишь из-за этого. Не будь его, разобрали бы вообще на изи. Просто успел прокачать он карты себе, вот все. Ладно, бывает такое. О, смотри-ка. Ну давай так сделаем. Я не гордый. Потрачу кактус. Спортивная колода, это, конечно, не очень хорошо. Я бы сказал, даже очень нехорошо. Вот, видишь как? Видишь, что выделывается? Так, ну что он может сделать? Он может ее прокачать, он может поставить ландшафтом. Все, что хочешь, может сделать здесь. Одну единичку урона там получит в любом случае. Только нам-то от этого не легче. О! Вот что он вытворяет. Так, ребят, он хочет прокачаться. Ну давай, я даже не знаю. Давай сюда поставим, наверное. Цитрон, как у тебя все кисло с картами? Ну прям я не знаю, а? Прям вообще кисляк. Ты думаешь, я этому удивлен? Нисколечко. А, вот, я ж забыл, ё-моё, что он эту... Ага. Ага. Так, что же нам сделать-то можно? Ну, ясен перец, что он, наверное, прикроется, скорее всего. Ну, скорее всего. Поэтому сделаем, наверное, вот так и вот так. Там посмотрим. У него может быть валун. Да дофига, что может быть у него. Давай от этого, наверное, превратим во что-нибудь непонятное. Вот такого, например, халабуду. Груша. Дожить бы нам вот до этого парня. Так, сейчас бомбанет же, да? А, не стал. Бомбить он не стал. Да куда ты? Поехали. Да, сейчас навтыкают нам, конечно. 3-4. И еще 4. Как-то даже не знаю, ребят. Опять это попандопола вылезла здесь. Что мы можем сделать? Даже не знаю, что мы можем тут сделать. Этот никуда не уйдет. Пока.
Ну давай, хорошо, сделаем так. Игра. Не пугай меня. И вот так. Ну, я больше не знаю, ребят, что тут еще можно было сделать. Три в лицо получим. Если у него, конечно, нету какого-нибудь там безумия. Вот, видишь? Нашел все-таки, ребята. Ну все, тогда проиграли. Получается, 6 в лицо пробивает. Цитрон, ну ё-моё, ну что это? Я не знаю, какой-то... Это древняя колода, ребята, спортивная. Я сам на ней играл. Этот. Теперь давай-ка я сыграю на своих персонажах. Начнем с ореха. Так, ну опять же, орех ореху рознь. Тот ли это орех, который я имею в виду? Нет. Не двоечка, что же тогда, троечка? Так, погоди-ка. У меня там должно быть... Блин, по-моему, не то. Твою налево, а. Шестой, что ли? Пхе. Прикинь, у меня вот на планшете. Последний раз, когда я ставил, я себе алоэ вот этого вот ставил. Почему его здесь нету? С какого нафиг мне столько... Так, давай добавим. И что-то у меня еще там было. Что-то у меня еще было там. Блин, забыл. По-моему, у меня было два крокодила. Короче, ребят, колоды вообще моей нету. Которая у меня на планшете, ее нету здесь. Так, разгром. Вот это вот уберем, наверное. Попробуем сыграть вот такой колодой. Так, я пока пропускаю ход. Мне нечем тут ходить. Угу. Так. Грипп выпал уже хорошо. Подожди-ка, а в этой колоде крахмал есть? Я что-то, блин, я не обратил внимания. У меня же там крахмал еще должен быть. Подожди, или я что-то путаю? Тут у меня акцент идет больше на орехах. Я вот сейчас даже не поленюсь. Открою планшет и посмотрю, какая у меня, ну, в чем состоит колода. Так. Что-то новенькое, ребята. Разгром на животных. Интересно. Прокачка, что ли, у них? Точно, ребята, у меня не было в колоде бомб. Сейчас гляну. Вот, достаем планшетик и смотрим. Сейчас я гляну, что у нас не... Ой-ой-ой, ты посмотри, что делает. Ты глянь, что творит. Ой, ребятушки, что он делает? Что он делает, а? Ты посмотри. Ой, красота неописуемая. Так, ладно.
Так-с. Так, громкость надо убрать, а то немножко не то. Так, что он там делает? Ага. Вот как, да? Давай сделаем вот так вот. Ты гляди, кто у него, а? Он сейчас орех уничтожит мне. Ладно. Слушай, ну пора, по-моему, наверное, хиляться уже. Хила-то достаточно. Поехали. Раз хил. Не знаю, кто у него там есть. Убираем это. А-ха-ха-ха. Поехали. Так, а я сейчас пока посмотрю. Так, это мы оставляем. Давай. Сейчас доиграется, чувак. Ой. Сделаем так. И сделаем вот так. И плюс ко всему прочему сделаем еще вот так. Так, посмотрим. Охотничьи угодья. Да. Понятно. Так, одна хпшка, значит, одну единичку урона будет получать. Будем получать. Слушай, дело дряни. Ребята, дело дряни. Кого там превращаешь? Ага. О, хорошо. Хорошо, все будет хорошо. До свидания. Бр-бр-бр-бр. Улетел помощник. Так, поехали. Раз. Два. Да и хорош пока. Блин, у меня там курица варится, только сейчас вспомнил о ней. Так, ничего с ней не случилось там. Что у нас тут? Так, ставим защиту. Да. И сделаем вот так вот. Плюс. Поехали. Уничтожает, окей. Что, все зомби? Ну, получает. Хорошо, получает. Да ну, какого лешего-то? Ё-моё, блин, ну. Ребят, что, нормально? Это ненормально было сейчас.
Так, что мы можем сделать? Давай навскидку думать быстрее. По-моему, уже тут ничего не сделаешь. У тебя нет такого ощущения, что здесь ты уже ничего не сделаешь? А у меня почему-то есть. Так, привет, Крей, удачи тебе в рейтинге. Спасибо огромное. Что нам можно здесь еще сделать? Ну, поставим вот так вот. Тут, конечно, неприятно, блин. 11,4 в лицо. Это, конечно, гадость полная. Это гадость полная. Так, тут 5 в лицо можно, да, нанести ему. Такая битва титанов. Что он сделать может, а? У меня нет, видишь... Так, вот она все-таки, ребята, колода. И сейчас я посмотрю, что у меня здесь. Ну да, есть огромные изменения. У меня два гриба апокалипсиса. Так, что он там? Они прокачиваются. Они по хпшкам тоже прокачиваются или нет? Ну, он сейчас йети позовет. И они прокачиваются. Они понял, ребят. О-хо-хо-хо-хо. Все. Ребята, он пока там. Не, ну он бы меня разнес бы. Он бы меня тут разнес однозначно. Так, ты смотри, у меня колода. Я сейчас, ребята, вот, например, эту удалю. Не, даже не так мы сделаем. Вот. Сейчас полностью сделаю ту колоду, которая у меня играет, которую я играю. Добавить, добавить. Плюс 2 желудя. Так, чеснок идет. 2 штуки. Так, 2 водных ореха. Так, 3. Раз, два, три. Так, получается 1 орех в доспехах. 2 лужайки. 1 могилоед. Этих 2. Так, сколько? 4. 4 хилищих ягоды. Так, один. Я вот не знаю, зачем он мне, правда, нужен. Этот, который у нас. Как тебе сказать? Да где он, черт подери? Который. Да куда он делся-то, ёк-макарёк? Найти не могу, прикинь. Эй! Вот он, твою налево. Так, сколько у меня? 2 крокодила. Раз, два. Дальше идет. 4 зеркальных. Ага. Сколько? 1. 1. Так, 3 крахмала. Я же говорю, крахмала у меня. 3 крахмала. 1 этот. 2 гриппокалипсиса этих. 2 пикалинат, или как там звать-то. Вот. 1 король. Все-таки король есть, был, да, у меня получается. Я что-то думал, что он у меня отсутствует. Ну ладно, короля берем кокосового. Плюс вот этот вот. И алоэ вера, все. Все, ребят, вот такая у меня колода. Не знаю. Давай попробуем сыграть. Ну, по крайней мере, сегодня я рубился. И из 10 игр, наверное, 3 проиграл всего лишь. Тут уже посмотрим, как пойдет. Ну, давай так оставим.
Конечно, тут все на зеркальных орехах крутится. Поэтому если их уничтожать быстро, эти орехи, то будет очень неприятно. Мне не нравится это начало. Уже не нравится. Потому что пока мы тут с тобой будем раскочегариваться. Ох ты как. Ух ты, как он пошел. Пошел ва-банк, пацан. Так, ну у него, он наверняка сейчас кровожадность придержит. Ага. О как. Конкретно пацан разошелся. Ладно, погнали. Погнали. Пич. Ну, уже неплохо. Уже неплохо, друзья. Но кровожадность-то он прибережет. Так, дурка. О, как, видишь, что творит. Ну, давай я сделаю вот так вот. И вот так вот. Посмотрим. Так. Бэмс. Бэмс. Ой. Ой, выпало то что. Серьезно? Ха-ха-ха. Ладно. Надо было тебе вначале этого ставить, парень. Погнали. Будь по-твоему. Так, в минус. В минус. До свидания. Пока. А, что дальше? Кокосовый король. Не, ну мы можем хильнуть. Ох ты, смотри, кто у него. Пам-пам-парам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Я же знал, что у него будет кровожадность. До свидания, да? Быстрый улет называется. Быстрый, ребят. Моментальный просто. Снос башки. Так, ну что, следующий поединок. Это у нас заморозк. Ну, с заморозком я особых проблем не видел, ребят. Если, конечно, не на животных, блин. Угу. Но, в принципе, как бы есть, есть небольшие такие у меня уже зарисовочки. По-моему, зарисовочки у меня. Ну, давай поставим. О, кактусенок, это хорошо, ребят. Кактусенок, это всегда хорошо. Так, ну что у него может быть? Заморозка, да, может быть? Может переместить. Тут вариантов у него очень много. Ну, если я сделаю вот так вот. Да ладно, даже заморозку не стал делать. Странно. Ну, может быть, конечно, у него и нету заморозки. Мне не нравится, что он тут мутит.
Давай я так поставлю. Тридцать шестой ранг, да? Ну, не может быть. Что-то здесь не то. Не клеится, ребята. Ага. Пошло дело. О, как. Да. Отсюда, а. Ой, посмотрим. Хлоп, хлоп. Теперь нам надо реализовывать вот этого парня. Серьезно? Так, два и... Ладно. Блин, или не надо? Фиксим. Посмотрим. Блин, сейчас в броню мы ему, да? А, нет. Нет, ребят, не в броню. Все отлично. Заморозочка у тебя. Окей. Еще и здесь заморозку делаешь. Ай-яй-яй-яй-яй. Как некрасиво. Ну, понятно. Понятно, что ты делаешь. А дальше что? Давай я так сделаю. И вот так. Че ты замораживаешь-то, ё-моё? Или у него... Не знаю, что он сделал, ребят, он тупанул. А, нет, 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 пока еще не тупанул. Пока нет. Я сомневаюсь, что у него есть хил. Все, он сдался. Такая рожа. У разгрома рожа. Я не знаю, на что похоже. И последний поединочек, ребят, сыграем. Не будем закругляться, а то у меня там уже курица скоро разварится. Так, ну что, тут, в принципе, вот это уберем только. Нормально. Первый ход есть. О, как. О, как начинает. Тут уже интересно, тут или валун, или что у него там. Даже не знаю. Ох, смотри. Если даже у него есть шар вдруг. Странный малый. Ладно, сделаем так. На заклинашках. Я, честно говоря, не думал, что он будет получить. Ладно, фиг с ним.
О! Лаборанша. Что же мне лучше сделать-то, а? Давай, наверное, я сделаю вот так вот. И пока вот так вот. Ну, он, как всегда, со своим вирусом, наверное. А, нет. Так, так. Ну, он до вируса еще доберется, ребят, поверьте мне. Сейчас начнет вирусить. Да ты заколебал ты, а? Ага. Давай так поставим. Эх, вирусить, как вирусить. Ты хорош, наверное, пока. Ну, вирус у него 100% должен быть. Вот это ему как бельмо на глазу, да, сейчас висит этот желудь. У меня хп мало. Если мы восстановим 3,2, 6, 6 хп, это будет 15. Чего такой парень? Black Magic 68, хорош, завязывай давай. 66 даже. Короче, понятно, сдулся парнишка. Видимо, пошло не по его плану, или он, видимо, понял, чем это все грозит. Но я бы, ребята, выкрутился в любом случае. О, награду получил. Шикарно. Ну что, дорогие друзья, пожалуй-ка на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.